Прикольно. ФНФ, ребята, вот она, настоящая версия. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Валера. И это «Красный чел ходит 2». Поэтому как я мог пропустить этот ролик? Никак, поэтому давайте смотреть. Будет смешно. Я сейчас слышу, нет? Алло? Теперь слышно. Меня слышно? Алло. Как и просили, добрая японская игра, где красный чел пытается пойти на пикники какие-нибудь. Продолжаем цели. Отправляйтесь в путешествие. О, этот квест будет интересный. Такой же интересный, как Magnum Quest. Бесплатная мобильная ПГ. Реклама — это хорошо, автор покушает. Еще, кстати, вот этот автор может покушать. Да, я лентяй бездарь, но если вам все-таки нравится реакция, можете подписаться, лайк поставить. Мне больше ничего не надо. Автор покушает за ваше здоровье. Да, путешествие мне огонь, конечно, в каких-то непонятных местах тупейших. Что это за трубы? Я не могу в них залезть. Не трубы, конечно, как в Марио. Какие-то шишки кругом, грудная клетка растет, чупа-чупсы. Что к чему вообще? Знаете, вам чупа-чупсы. А куда должно привести меня приключение? Можно мне кто-нибудь что-нибудь объяснит? Оп, то шут. Ай! Принцесса Бубальгум. Это могло бы плохо кончиться. Ну, для тебя, если бы на меня упало. А, это не трубы, то есть. Пинки забирают, понятно. Этот робот сейчас весь лес вырубит. Каков мерзавец. А мои друзья еще и застряли. Спаси их. Ой, насчет спасения застрявших не переживай. Я столько документалок по этому поводу посмотрел, ты бы знала. На очень интересном сайте. Кстати, самое удивительное, все документалки были 18+. Не знаю, что у них такого. Help. Ладно. А зачем вы там позастревали? Вы типа прям планировали или что? Я не знаю, зачем я собираю халявные деньги, но типа... Бабосы? Ура! Халявные бабосы? А-а-а! На помощь! А что ты орешь? Тебе ничего не угрожает даже. Ты спасен, лис. Спасибо, что спас, а то так бы и жил на этом дурацком дереве. Так ты же лис, ты живешь на дереве. А на ты спасал, ты просто упал! Ау. Логично. Из этого камня не проехать, не пройти. Поберегись! Это что, граната? А я думал, это граната. А, граната! Я угадал! Так ты тоже лис, я думал, а где, а как спасать? Ну, типа, стак, степ, систер. Взрываешь шишки, такие стат. Хорош. Откровенно незаменимы. Так, это фрукт или листья все-таки? Или... Спасти еще одного застрявшего. Ягодка. Эй ты, помоги мне слезть. Вам же абсолютно плевать, вы же просто на моих глазах прыгаете вниз. Ну зачем вы это делаете? А нафига я тебя спасал? Как будто знаете, мне плевать было на твою помощь. Но я хотел, чтобы не помог, просто хочу, чтобы ты уделил мне внимание. Это сраный лес, я сам бы справился, да? Овощей. Вот это вот тупое авокадо, неадекватный лук и кусок мяса. Банда снова в сборе, пойдемте обратно в деревню. Ау. А робот никуда не делся. Что же делать? Есть одна идея. Что-то я чую, я крайний, да? Эй, ты! Просто молча стоял там. Окажешь еще одну услугу? Пни вот эту штуку. А я среди вас не вижу инвалидов. У всех вроде ноги, ноги есть. Слышь, не ноги, ноги. Просто ни за что, по сути. Ха, получилось. Шо? Не хотите расширить штат на постоянку? Ну, я не знаю, брать непонятно кого. Не, ничего, ничего, я умею делать вид, что я ничего не слышу. А как насчет испытания? А меня не хотите спросить? А почему бы и нет? Слушай, ты вроде за правое дело. Может, хочешь нашу организацию? О, как хорошо, что вы спросили. Не хочу, абсолютно. Здорово, приходи в клуб. В смысле? Я же не хочу. А мое мнение когда-нибудь вообще будет учитываться? Доберись. Знаете, это когда вас что-то спрашивает мама. Сынок, будешь кушать? Нет, ну я уже насыпала, знаете, типа, а зачем спрашивать было? До клуба. Обычно потом проблема с них выбраться. Как шляпу эту снять? Не хочу в шляпе ходить. Берись, да. Ём, медведь. Ноги у них медведь? Накачанные. Так, кстати, а ты кто? Интересный меня медведь. Меня выжимало, в клуб не пустил. Хамло трамвайное. Ты классный. О, взаимно. Хоть кому-то не нагрубил. Чё со мной не так? На, ну его хотя бы, чтоб не расставлялся. Что такое? Мяч? Дурак, что ли? Мяч красный. Я красный. Похож на мяч. Делаем выводы. Ты бы канул. Ой, еще одно. Разобрался. Не, ну, в принципе, по факту, по факту. Я занят немного. Пытаюсь придумать концовку к новой песне. Вот почти-почти уже. Слушай, ты не хочешь помочь? А давай, я как раз похож на ноту. Офигенно! Кстати, я да. Все подготовлю. В смысле, а что мне делать-то? Пинай клаксон, как только красный кружочек упадет на желтый квадрат. Погнали! Прикольная мини-игра.
Идеалити. Прямо здорово получилось. Блин, мне нравится этот перевод. Я такое ощущение, что ее не переводили, а так и писали. Если это русская игра, я не удивлен. Я старался, наверное. Так, так, сейчас только отредактирую и все. Что-то у меня. Ну и перевод очень хороший. Готово! Настоящий шедевр, слушай. Чё это такое? Листик, что ты сделал? Ну как ты? Спасите. Без тебя микс не очень так бы получился бы, как бы так себе, ну не очень бы. Не качает? Качает. Не, ну это качает. Укачало. В общем, да, спасибо за помощь. Считай, что это роялити. Цветочная шляпа. Прикольно. Чунга-чанга, мат. Опа, Санша. Ну, блин, кстати, это не роялити, а роялти. Роялти, типа, когда отчисление идет там автору бита или кому-то чоку, который был на фите. Ну, процент от выручки чего-либо. Сайн-клуб. Мне можно? Добрый день. Желаете войти в клуб Sunshine? Ну да. Приступаю к анализу. Вообще, роялти — это процент. Прошу вас не двигаться. Да у меня лук просто бомба. Лев просто. Я цветочек. Ваш лук недостаточно пафосен для этого клуба. Наберитесь пафоса и возвращайтесь. В смысле он пафосен? Сделайте себя нарядным? Извините. В смысле, еще наряднее? Я сейчас такой скандал учиню. Оба! Не пафосен! Шляпа-карандаш, капец, не пафосен! Не пафосно. Ты что, оборзел? А что мне сделать-то? Как выглядеть пафоснее? Знаешь короля диска? Он лучше всех клубится, вот мне так же. Я король диска. Я хочу клубиться. О, магазин! А я решил открыть а свой ну-ка, магазин. А ну-ка, сейчас боюсь, что там будет за пафос. И сижу тут такой, весь из себя купец, но никто ничего не покупает, все клубятся. Блин, а тоже хочу... О, какие очки, слышишь? Хочешь купить эти клевые очки? Но они вроде пафосные. Эй, йо, чё, кого пускай в клуб? Ё-моё, ну реально пафосно. Йоу, добрый день. День добрый, хотел ты сказать. Йоу, приступаю к анализу. Решение принято. Лук признан удовлетворительным по нижней планке. У тебя что, запчасти лишние есть или что? Не, ну серьезно, солнышко, этому тренду уже 100 лет в обед. Но так и быть за старание, пожалуйста, заходите. Сейчас посмотрим, какие там луки у вас. Капец унижение. Я что-то не понимаю, в пафосе или что? Этот клуб построил Sunshine Inc, чтобы тут жилось веселье, пока не вырубают наши леса. И народ пляшет, ему реально пофиг. Мы даже не знаем, откуда ты. Вдруг ты шпионишь? Разве я похож на шпиона в этих пафосных очках? Не особо похож на шпиона. Не особо они пафосные. Отстой тогда. Видишь вон того робота? Я робот. Он называет себя королем диска. Никто не осмеливается вызвать его на танцевальный поединок. И если ты правда за нас, то ты его легко перетанцуешь. В смысле? Да. Размажь его по танцполу. Мы наблюдаем. Подходи, пес. Я? Ну-ка, освободи-то. Сейчас пояснит. Площадку. Лучшая пати. Должен танцевать. Оп, оп, оп. Так, этим уже не налил. Какие они все довольны. Алкоголь, фу. Сигарет, фу. Я король танцпола. Посмотри на мою страну, простите, простите. Так, мы биться будем, нет? Давай батл. Так, перетанцуй робота. Прикольно. ФНФ, ребята, вот она, настоящая версия. Какая... Да. Сука. Теперь я король диска. Запоминайте движение. Фу, лох. Фу, не лох! Без шансов, просто развалил робота, просто в хлам. Уничтожил, ну, вот и переиграл. Тягаться с роботами ты не боишься. Держи, пригодится, когда придет время. А я видел там дерево, кстати, с щелью. Немедленно перестань. Да я там таких, как ты, танцевал. Я видел одно дерево, у него было... А меня пустили, лошара! Неудачник! Мы узнаем, что хранит себе дерево с лицом, знаем. Так, здесь какая-то лаборатория, вот ты где. Так это метро. Мы переживались вдруг. Добрый день! Мы рады приветствовать тебя в Эльбунко! Что? Какой нафиг Эльбунко? Это бункер на другом языке. Ты выдумал это слово. Зато оно прикольное. Согласен. Какое классное в этих очках. Да нет. На самом деле, мы на заброшенной станции метро. Именно здесь мы разбили свою базу. Пойдем, я тебе все покажу.
Вот оно. Зерцельбунко! Ну, он же ненормальный. Какая она фановая, господи. Великолепная игра. Как приеду с Киева, ребята, обязательно в нее поиграем. Это у меня, значит, топ-1 wishlist, который я хочу поиграть. Хватит уже. Это не бункер, хватит называть это Эльбунко. Грустно, обидели его. Эльбунко. Ты наверняка знаешь, корпорация Sunshine Inc., которая выдает всем деньги просто так. А оказывается, не просто. Опа. Да ладно. Мистер Sunshine утверждает, что собирает мусор, но на самом деле он лишает региона ценных природных ресурсов. Через пару дней они вырубят все деревья и придут рубить дома. Мы же в деревьях живем. Короче, давай взрывать робота. Рассказать о вылазке подробнее. А тут, по-моему, и так все понятно. Да, мы тебя уже на месте подождем. Что? А, подождем. Одолей огромного лесного робота. Просто отвесь роботу пендаля по готовности. Ну, здорово. На тебе. Обнаружена агрессивная форма жизни. Ну, наконец-то хоть кто-то признал. Перехожу к обороне. Эй, сюда. Берегись пилу. Какая пила? А! Берегись пилу. Я помню. Она пойдет справа налево. Берегись. Лучше в центре стоять, мне кажется. Пилу. Так, ну молния два раза в одно место не бьет. Берегись пилу. Я доберусь до тебя направо. О. Как же просто. Пинай ее. Кого, пилу? А за кого ты воюешь, лист? Давай, я что, зря не качал икроножную мышцу? Вот шишки убивают, ребята. Получилось! Без тебя у нас бы ничего не вышло. Спасибо. А это кто приперся? Добрый день. Кто, что ты такое? Как ты нас нашел? Какой же я крутой, вы посмотрите. Ты опять дверь не закрыл. Я согласен, 100%. Она была открыта. Виноват. Просто это вроде как секретно. Главное признал. База. Эльбунко! Виноват. Роботы Sunshine у нас кукурузку собирают, а взамен дают нам деньги, только уже не знаю, нафиг они нужны, мы там супер богатеи. И я люблю кукурузку. Но еще немного, и мы так совсем без кукурузки останемся. И у нас наступит голод. Так что, пожалуйста, поломайте робота. А почему бы и нет? Да, вперед, команда! Пойдемте напинаем его железную задницу. О, спасибо! Так, стой, а ты что, Кира, радуешься? Я же не согласен. Почему я должен помогать с этим листочком? Я злой. Я красный, я в очках. Новый план. Робот орет, я иду. Спасибо, что помогаешь спасти деревню. Очень милая с твоей стороны после того, как мы тебя в клетку посадили. Прости, что чудовищем называли. Да ничего, просто сам теперь мне неси свою деревню, понял? Блин, жду третью часть. Какая великолепная игра, мне так нравится. Она такая рафляная. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Валеру, 100% это нужно сделать. А если вам нравится мой канал, можете на меня подписаться, ребят. Мне будет тоже очень приятно. Блин, круто. Я обязательно в нее поиграю на стриме с Крокодари. Ссылка, ребята, в описании. Приходите, подписывайтесь. А я пойду. Всем удачки, всем пока.